Друзья, всем привет! Это видеообзор квартиры, которая находится в жилом комплексе 4 Солнца. Традиционно я вам быстренько покажу планировку квартиры. А если вам будут интересны подробности про район, инфраструктуру и в деталях про саму квартиру, то, пожалуйста, оставайтесь до конца видео. Комната у нас, квартира у нас просторная. Это у нас, соответственно, зал, совмещенный с кухней. Тут у нас небольшая гардеробная. Вот так выглядит прихожая. Здесь у нас санузел номер один, их тут целых два, с душевой зоной. Здесь у нас санузел номер два. Оп. Здесь у нас комната детская-кабинет. И здесь у нас взрослая спальня. Ну, давайте по порядку. Начнем, как обычно, с микрорайона. Микрорайон фактически центр города, очень удобное расположение. Всегда говорю и буду говорить, что одно из лучших месторасположений для проживания в Иркутске, потому что в шаговой доступности буквально все. Весь центр города практически как на ладони, но при этом такой суеты, как в центре города, например, нету. Здесь у нас, как вы можете видеть, вот в этом здании открыта Пятерочка. Также у нас находится МТЦ новый со всеми вытекающими барами, ресторанами, продуктовым рынком и спортклубом X-Fit. Буквально тоже по вот этой улице, по Трелисерову там поднимайтесь, он уже там. Торговый центр Яркомолл с гипермаркетом Окей. Ну и, в принципе, 130-й квартал, весь центр города. Здесь у нас развязка на Академический мост. Ну и, конечно же, здесь есть подземная парковка, находится вот здесь. Вот, по квартире. Квартира у нас на момент записи видео, а это январь 23-го года, в идеальном состоянии. То есть тут она близка к новой. Обратите внимание, как все красиво и четко здесь сделано. Квартира максимально продумана под людей и сделана для людей и людьми. Здесь у нас кондиционер. Здесь у нас еще дополнительно из удобств. Обратите внимание, какая классная у нас, как сделан кухонный остров. Здесь отдельная варочная поверхность. Здесь вот такая вытяжка, она же люстра. Есть, конечно же, посудомоечная машина. Это все у нас камень. То есть, и очень удобно здесь, когда готовите. Раз, сюда все смахнули в раковину. Никаких вот этих плинтусов, куда бы забивалась грязь, там и жир и так далее, этого нет. Конечно же, есть посудомоечная машина. И давайте теперь еще пройдемся более детально, расскажу по местам хранения. Вот такая классная гардеробная, она вместительная. Здесь вот предусмотрена специальная зарядка для пылесоса. Пылесос, конечно же, это тоже куплен специально сюда. Так вот все выглядит, очень функционально. Чикс, чикс. Дальше. Небольшая галошница у нас здесь в прихожей. Можно сюда скидывать свою обувь. Ну и сейчас буду показывать еще санузел, да, еще раз пройдемся, покажу. Обратите внимание, сантехника скрытого монтажа, выглядит очень классно, эстетично, то есть никаких вот торчащих труб нету, все как бы выходит сразу из стены, очень классно. Оп, привет, идем дальше. Второй кондиционер у нас находится вот здесь. Обычно, на самом деле, даже в квартирах такого класса не предусматривают установку более чем одного кондиционера. Здесь же они есть, и это очень классно. Это говорит о многом, что собственник действительно заморочился и хотел, чтобы не экономил, и хотел, чтобы людям действительно здесь было уютно. Дальше. Еще один балкон. То есть мы с вами были на балконе, который выходит с той стороны. Это еще один балкон. И в целом у нас получается вот такой здесь вид, и что солнце здесь идет целый день. То есть сейчас у нас январь, солнце садится прямо сюда, а летом оно вот смещается вот сюда. Поэтому естественного освещения здесь просто море. Идем дальше. Оп. Это, так сказать, блок вообще родительский. Очень удобно, что можно, например, закрыть дверь. Так вы закрываете. И это фактически мастер-бедрум. Не хватает, конечно, гардероба, но здесь и так большой шкаф. То есть вы здесь закрылись. Здесь у нас совмещенный санузел, он здесь у нас с ванной. Тоже обратите внимание, сантехника вся скрытого монтажа, как эстетично все это выглядит. Ну и, соответственно, здесь еще установлен дополнительно бойлер. Это тоже большой-большой плюс, потому что обычно квартиры, которые делают для того, чтобы их сдавать, это не предусматривают. Здесь собственник прям молодец, конечно, что предусмотрел такую возможность. Летом, потому что отключают воду в Иркутске, ну, сроком где-то на 2 недели, суммарно неделю в начале, неделю в конце. Ну и хорошо, что это он сделал. Так, дальше. Спальня. Обратите внимание, здесь увеличенная
высота у нас окон, то есть они достаточно большие. И здесь это угловое помещение. Всегда говорил и буду говорить, что там, где много окон в помещении, это всегда уютно, потому что естественного света много не бывает. Здесь же, соответственно, солнце, сейчас вот закат прям в это окно, летом будет прям в это окно, поэтому здесь очень уютно, и угловые комнаты, они всегда максимально уютные. Ну и, конечно, обратите внимание, у нас здесь кондиционер под номером 3. То есть в каждой комнате можно включить будет кондиционер, что также является плюсом. По нашему скромному мнению, эта квартира является, наверное, одной из самых лучших в своем классе по соотношению цена-качество, поэтому мы смело ее рекомендуем к аренде. Ну и, кстати, простите, я забыл сказать, что здесь у нас балконная группа, да, панорамная, и здесь также окна, здесь тоже у нас много естественного света. Собственно, будем рады вам показать эту квартиру вживую и надеемся, что именно вы станете нашим арендатором. Спасибо.